Всем привет, дорогие друзья! У меня сегодня распаковка. Посылочка приехала у нас из Тиментау. И что у нас тут? Итак, всем откройся. Так, коробочка. И здесь вот такое чудо нас ждет. Друзья, покажу вам сначала вот такую птаху. Она вот так открывается. Это, друзья, фонарик, елочная игрушка, картонаж, сделана из далеких СССР. Здесь вот прям потемнее, здесь посветлее, будто бы две разные птички, птахи. Такая вот она. Здесь и цена написана. Почти, ну, я бы сказала, в отличнейшем состоянии, просто вот такая. И раз, два, три. Вот такая вот картина. Вот здесь вот немножко помято, но нужно будет закрепить. Вот такая вот маска. Чудо-чудо маска. Вот такие вот интересные экземпляры в коллекцию мою пришли в новогоднюю. Пишите в комментариях, какие маски были у вас, были ли у вас такие игрушки, видели вы такие игрушки или нет. Будет интересно почитать и послушать. И как интересно раньше делали маски. Всем пока, до новых встреч на моем канале.